Они сели за стол переговоров. Накопилось много у них разговоров. И не просто много, а целое море. Разногласий, претензий, споров, уставших и тихих, потухших взоров. Как же сложно слова для бесед подбирать. Может, стол подожжем, да заставим пылать. Вдруг и страсть наша вспыхнет заново ярким, жарким, густым пламенем. Нет, не будем мы мебель портить. Наломали так недовольно. Увольте. А что, если выйти в поле и в свете яркой луны нам закопать навеки топор нашей злой войны? Вышли они, огляделись. Не видно нигде низги. Есть предложение получше. Пойдем-ка строить мосты. И, наконец-то, за руки вместе они взялись, и над него и ночной на мост они поднялись. И говорили долго, честно, в любви клялись. Той ночью мосты впервые не развелись.